Ребят, всем привет. У нас сегодня первый лёд. Я уже немного подруковал, так скажем. Попробовал половить в приглядку, попробовал половить на маленькую мормушку, попробовал половить на блесну. Значит, на мормушку результативность выше, на блесну подходит рыба быстрее и крупнее. Поэтому сейчас, наверное, пробегусь немного по мели, попробую половить на мормушку, а дальше уже с блесной уйду на глубину. Ну или как там вообще пойдет, пока не знаю. Это тоже поинтереснее ротанчик попался. Не крупный, но все равно по кайфу. Давай, беги. Ловлю я сейчас на супер мормыша. Вот такая вот мормышка вольфрамовая. Клюет на нее вообще практически любая рыба. Вот такая. Ну, видимо, стоит как-то локально. Этот какой-то более продолговатый попал. Смотрите, какой красивый попал. А где поклевка? Отдай удочку. Давай еще. Ну а да, что прикусил-то? Ну как, закусывает. Оп. Ну какой. В общем, подошел сейчас к местным. Вот. Сказали то, что позавчера клевал этот крупняк. Самая крупная, говорят, была на 700 грамм рыбка. То есть ротан на 700 грамм. Кошмар, крокодил какой. Вот. Ну, конечно, воодушевляет все это очень сильно. Но я думаю, что безо всякого старания, безо всякого упорства рыбки на 700 грамм не клюют, поэтому будем упорствовать до конца. Проделал ряд лунок на глубине.
взял самотряс с блесенкой, вот такой. Сейчас немножко его переделаю. У меня тут стоит такой тройничок, но я сейчас на него поставлю цепочку. И также у меня тут стоит застежечка такая вот для быстрой смены приманок. Поэтому буду пробовать на еще кое-какие другие приманки. А на какие я вам сейчас покажу. Значит, вот, ребят, смотрите, есть у меня тут джиги такие специальные, на которые я окуней ловил летом. Вот сейчас хочу попробовать на них половить еще один самотряс. Значит, тройник на блесеночке я поменял вот на такой, на цепочке с флуоресцентным шариком. Вот, есть у меня тут еще вот такие вот блесенки, в основном все самодельные. Поэтому будем пробовать сейчас половить. Ну, наверное, для начала попью-ка я кофейку, съем-ка я бутербродик и посмотрю-ка я вокруг. Ребят, короче, не дождался я того момента, когда будет кофеек налит, и запулил блесну и сразу же прям в приглядку клюнул чуть-чуть покрупнее. Ну что, ребят, вот и закончилось
наша первая рыбалка, наш первый лед 2017. Половил я ротанчиков. Прям, знаете, какое-то такое прекрасное чувство на душе. Вроде и рыбка небольшая, маленькая какая-то такая клевала. И в то же время вдохнул полной грудью красоту природы. Почувствовал рыбу, подержал рыбу, поел колбаски с хлебушком на природе, кофе попил, чай попил. Настроение отличное, воздухом свежим надышался. В общем, ставьте, ребят, пальцы вверх, если понравилась рыбалка. Если не понравилось, ставьте вниз. Обязательно подписывайтесь на канал, нажмите там на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. И увидимся с вами на следующих рыбалках. Ну а у меня на этом все. Всем пока!